Объединились все вместе – воспитатели, дети, а самое главное – папа и дедушки – и дружно отметили наступающий праздник – День защитника Отечества в детском саду «Березка». Здесь все было по-настоящему. Рапорт, соревнования на военных позициях, минное поле, секретное задание, перевязка раненых. Но все прошло в шуточной форме и с угощением солдатской каши в полевой кухне. Гостем мероприятия стал подполковник в отставке, ветеран боевых действий Фанис Харутдинов. Завершилось все военными песнями.